1-4-3. Это три цифры, набитые на моем солнечном сплетении. Это тот самый случай, когда ты делаешь что-то не на показуху, а в первую очередь для себя или для тех, кто понимает, о чем это. Изначально эти символы — это знак благодарности моему отцу, моей маме, моему брату, да, всей моей семье за все, что они сделали для меня. Я попадал в разные ситуации, с разными людьми, и по каким-либо причинам многих из них в моей жизни больше нет. Я понятия не имею, кто они сейчас и как они живут. Мне абсолютно похуй. Но есть те, кто остался, и те, кто стали моими близкими относительно недавно. Я всегда был убежден, что моя семья будет жить, а не выживать в нищете, как это принято в тех местах, откуда я родом. Охуенная тачка для моего отца, для каждого из моих братьев. Самые дорогие цацки для моей мамы, роликсы за двадцатку на руках моей детки, самые охуенные девайсы для моего малого, которых у меня в свое время не было. Либо так, либо никак. Я получил сполна, успех, бабки, все это у меня есть. Но это все полная хуйня. Я обрел семью, сейчас я говорю уже о пацанах. Не хочу называть это лейблом и загонять в какие-то рамки. Рядом по-прежнему просто мои пацаны, идеи которых опережают время, им нужен только шанс, чтобы проявить себя и сделать себе имя. Это все тоже 1-4-3, но уже как стандарт отношений среди моих пацанов. Моя семья уже больше, чем просто семья. Для кого написан этот альбом? Да я хуй знаю. Для таких же, как мы. Для тех, кто либо так, либо никак. Даже если в тебя никто не верит, кроме самого себя.